Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Рызыкі знешнеэканамічнай дзейнасці. Камітэт дзяржаўнага контролю і абласная прокуратура правялі сёння сумесную калегію. Вам павестка. Сёння на Гомельшчыне распачаўся прызыў ва ўзброеныя сілы. Батанічны монстры ў рэгіёне ўзмацняюць меры па барацьбе з баршчэўнікам Сасноўскага. Выходь гуляць у двор. Больш як 40 каманд прынялі ўдзел у аматарскім турніры па футболе ў Гомелі. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Прэзідэнты Беларусі і Таджыкістана Александр Лукашэнка і Эмамалі Рахмон па выніках афіцыйных перагавораў у Душанбе прынялі сумесную заяву, перадае Белта. Бакі пацвердзілі гатоўнасць да ўмацавання палітычнага дыалогу, намецілі шляхі далейшага развіцця беларуска-таджыкскіх адносінаў і ўзаемадзеяння па важных пытаннях міжнароднага парадку дня. Вялікая ўвага ў сумеснай заяве надаецца тэматыцы гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. Прэзідэнты падкрэслілі яго прыярытэтнае значэнне і выказалі імкненне да далейшага пашырэння з улікам інтарэсаў бакоў. Пацверджана таксама зацікаўленасць у развіцці супрацоўніцтва ў іншых сферах. Акрамя таго, у сумеснай заяве гаворыцца аб узаемадзеянні на міжнародных пляцоўках, садзейнічанні ўмацаванню міру, бяспекі і стабільнасці ў рэгіянальным і міжнародным маштабах. Камітэт дзяржаўнага контролю Гомельскай вобласці і абласная пракуратура правялі сёння сумесную калегію. На парадку дня вынікі праведзеных контрольна-аналітычных мерапрыемстваў па пытаннях ажыццяўлення суб'ектамі гаспадарання знешнегандлёвых аперацый. Нягледзячы на патрабаванні заканадаўства, даволі значная частка прадукцыі пастаўляецца за межы Беларусі без аплаты. Прычынамі пацікавіліся нашы карэспандэнты. Нягледзячы на тое, што за апошнія два гады дэбіторская запазычанасць знізілася амаль на палову, і яна па-ранейшым застаецца значнай. Зараз прадпрыемства Гомельскай вобласці ніяк не могуць атрымаць за пастаўленую на экспарт прадукцыю амаль 60 мільёнаў долараў. Прычым 85% гэтай сумы прыходзіцца на прадпрыемствы абласнога цэнтра. Прычыны розныя, але найбольш часта называецца некампетэнтнасць нашых спецыялістаў і карыслівыя матывы. Непарядачнасць как работнікаў нашых прадпрыемстваў, так і партнёраў по внешне да торговым договорам, вплоть до криминальной составляющей коррупционным проявлением, что не раз становилось и достаянням средств масавай інфармацыі. Пачынаючы з 2015 года па пытаннях утварэння пратэрмінаванай дэбіторскай запазычанасці на Гомельшчыне ўзбуджана 8 крымінальных спраў. Апрача таго, за мінулы і першы квартал гэтага года абласным камітэтам дзяржаўнага кантролю да 34 суб'ектаў гаспадарання прыменены меры адміністратыўнага ўздзеяння. Агульная сума штрафаў дасягнула амаль 490 тысяч рублёў, прыкладна палова з якіх прыйшлася на Гомсельмаш. Апрача гэтага прадпрыемства ў полі зроку праваахоўных органу траплялі беларускія шпалеры, гомельская мясамалочная кампанія і будаўніча-мантажны трэст нумар 27. Сярод агучаных прапаноў неабходнасць больш глыбокага аналізу фінансавага стану і плацежаздольнасці патэнцыяльных партнёраў і абавязковае страхаванне рызыкаў знешнегандлёвых аперацый. Апошняе тым больш актуальна, што на сучасным рынку зараз шмат лжэкампаній і звычайных махляроў. Найбольш дзейснае супрацоўніцтва па барацьбе з гэтымі з'явамі наладжана паміж прокуратурамі Беларусі і Расіі. Мошенники сегодня изощренно действуют. Первую поставку оплатили, вторую поставку оплатили, а третью не платили. Вот. Есть такой прием у мошенников. Поэтому, еще раз говорю, я как прокурор области сегодня буду обсуждать и тему, как помочь субъектам хозяйствования, которые попали вот в такие форс-мажорные обстоятельства, помочь через правоохранительные органы стран, в первую очередь СНГ, возвратить те долги, которые на многие миллиарды сегодня находятся за пределами Республики Беларусь. Олег Сунцюров, Ольга Коновалова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сёння на Гомельшчыне пачаўся прызыў ва ўзброеныя сілы Рэспублікі Беларусь. З абласнога зборнага пункта ў ваеннае фарміраванне адпраўлена першая партыя прызыўнікоў. Усяго да 31 мая ва ўзброеныя сілы краіны з Гомельскай вобласці плануецца накіраваць каля 2000 чалавек. Амаль трэць з іх мае вышэйшую адукацыю. Дарэчы, падчас гэтага прызыву для працягу навучання тэрміноўку ад ваеннай службы атрымалі больш як 3000 юнакоў. Апрача таго, частка патэнцыйных
потенциальных новобранцев не сдолила пройти медицинскую комиссию и признана непридатной для службы во Узброенных силах. На ход призывной кампании гэты факт істотнага уплыву не оказал. У войсковой части будет отправлена запланованная колькасть военнослужащих. Першим мероприемством у новым статусе для их стала военно-патриотичная лекция с уделом представников органов улады, прокуратуры, союза офицеров, БРСМ и православной церквы. Первые призывники из Гомельской области будут накированы у элитные части белорусской армии. Сегодня у нас первый день отправки. Мы комплектуем роту почетного караула город Минск, 72-й гвардейский объединенный учебный центр и 5-ю бригаду специального назначения. В настоящее время сегодня призывники прибыли с Гомельской области, 17 районов Гомельской области. Гомельский облвыканкам выдаткавал больше как 20 тысяч рублей для борьбы с борщевником Сосновского. А проча того, частку уласных сродков на гэты мэты накируют приватные организации. Об актуальности знищения небеспечной рослины материал Олега Сенцюрова. Борщевник Сосновского – лепший приклад того, как за реализацию добрых намеров отремливается экологичное бедство. У 60-х годы минулого стагодия гэтая рослина была одобрана как силостная культура и рекомендована для выращивания на сельскохозяйственных землях. Однако протягивалось это недолго, занятые борщевиком территории покинули без нагляду. Как выник, чужеродный для Беларуси вид, у якого нема конкурентов и практически отсутствуют вороги, начал активно распространяться по краине. Борьба с борщевиком Сосновского на данный момент очень актуальна для Гомельской области. Всего на территории Гомельской области установлено более 200 мест произрастания борщевика Сосновского. На общей площади порядка 96 гектар. Амаль треть площадь, занятых борщевником, припадает на Гомельский район. У опошние годы проблема складнилась тем, что с полев борщевник Сосновского начал переходить у лес. Такая ситуация зараз означается у Кармянском, Водокошелевском и Рогачевском районах. Корыстание традиционных химичных сортков борьбы за рослины у лесных угодьях заборонено. На допомогу пришли ученые Национальной академии наук. Але поколь эффективность пропонованных ими речев не превышает 90%. С уликом того, что на одной рослине находится до 30 тысяч зернятков, которые могут заховываться в земле до 10 годов. Борьба не заявляется легкой, при том, что растения еще и небеспечные для здоровья. Когда при солнечном светле сок трапить на скуру человека, это выкликает опек первой ступени. Заживать рано будет как минимум тыдень, хоть полностью забыть об контакте с растиной можно будет только проз год. За непринятие мер по регулированию распространения борщевника только за минулый год на Гомельщине выдадено больше 200 предписаний. Разом с тем все разумеют, только штрафными санкциями проблему не вырешить. Как чекается, все лето землекорыстальники накируются на мероприятие по борьбе за рослины каля 45 тысяч рублей. С уликом сродку, выдаткованных областным бюджетом, это позволит провести отповедные работы на больше 60 тысяч гектарах с наступным утягнением участка этих земель у сельскохозяйственный оборот. В рамках борьбы с борщевиком Сосновского со стороны Гомельского облсполкома выделено около 24 тысяч рублей. Эти деньги направлены и предназначены для того, чтобы приобрести амуницию, приобрести гербициды, необходимые для химической обработки борщевика. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Дарэчы, старшыня Гомельскага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Андрэй Сушчэвіч заўтра стане гостем праграмы «Дыялог». Яна выйдзе ў эфір на тэлеканале «Беларусь-4 Гомель» у 19:20. Свае пытанні гостю студыі вы зможаце задаць, патэлефанаваўшы па нумары прамога эфіру ў Гомелі 34-2043 ці з дапамогай вайбера. Далучайцеся. Аспекты развития молодежного предпринимательства в Украине, Беларуси, Молдове обмерковывают у Белорусским гандлёво-экономичном университете с поживецкой кооперацией. С этого мероприемства сегодня у Гомеле стартовал тыдень молодежного предпринимательства. На встречу собрались партнеры не только из загучанных краин, але и гости из Грузии, Латвии, Казахстана и Армении. И они обмерковали тенденции развития молодежных инициатив и стартапов у своих краинах. Поделились напрацовками и досягнениями у развіцці гэтага накірунку. Не пакінулі без увагі і праблемы, якія замаруджваюць працэс больш масавага далучэння моладзі да бізнесу. Прагучалі прапановы, якім чынам можна разняволіць дзелавую ініцыятыву. Азначана, што ў кожнай краіне, нягледзячы на лібералізацыю законадаўства, ёсць свае падводныя камяні. В Республіке Беларусь, несмотря на государственную поддержку, существуют такія праблемы, как мотивация маладзёжы
к активной деятельности. Поэтому нам важен вот этот аспект рассмотреть, как он проводится в других странах, как мотивировать к созданию своего бизнеса, как активизировать молодежь вообще к деятельности. Если люди будут молодые иметь перед собой цель, это даст им возможность лучше учиться, потому что они будут не просто учиться, а учиться для достижения своей цели. Это будет великая мотивация. Есть общие проблемы, есть частные проблемы, характерные для разных стран. Общие проблемы, считаю, это прежде всего знания. Да? Студентам еще недостаточно знаний для открытия собственного бизнеса. И второе – это финансирование. Что необходимо? Ну, исходя из опыта наших стран, могу сказать, что необходимо представить им достаточных рычагов, институтов, которых позволили бы развивать предпринимательство. И, во-первых, на начальном этапе очень важно, чтобы у них была поддержка в консультировании в данной области. Ключевое мероприемство тыдня, 10-й международный чемпионат молоді предпринимательства, откроется завтра. Переможцев вызначать у четвер. Сегодня, 15 мая, у свете означается Международный день семьи. Ровно 25 год тому свято было официально установлено Генеральной Ассамблеей ООН. У нашей краине зараз дейничает держпрограмма «Здоровье народа и демографичная безпека Республики Беларусь». Распрацевана она до 2020 года. Основная задача – полепшить демографичный потенциал и умацевать институт семьи. У 2017 году у Гомельской области было створено каля 10 тысяч семьяў. У пераважнасці шлюбы заключаліся паміж беларусамі, аднак рэгістраваліся і міжнацыянальныя саюзы з грамадзянамі Расіі, Украіны, Ізраіля, Германіі, Літвы, Латвіі, Эстоніі і іншых дзяржаў. В последнее время в области намечается тенденция к увеличению среднего возраста вступления в брак как у мужчин, так и у женщин. И вот за последние 17 лет у мужчин средний возраст вступления в брак увеличился на 4 года и составил 28 лет. Женщины наши выходят замуж почти в 26 лет впервые. Прикладно у таким же узросте жанчыны Гомельской области упершиню становятся мати. Другого и наступных детей нараджают после 30. О 2017 годе хлопчиков на свет з'явилося больше, чем дзяўчынок. 8300 супраць 7700. По черговости 6-ми и более у семьях народились 123 дитяти. По даденных выборочного доследования хатних господарок у структуры споживецких выдатков основные затраты семьев нашего региона приходятся на харчаванне. На другой позиции промысловые товары, одення, буток, посуды, мебля. На третьем радку оплата послуг. Сегодня стали вядомыя пераможцы областного конкурсу «Работ творчай молоді. Золотое пяро Беларусі 2018». Лепших выбирали со 117 удельников. Яны будут змагаться за перемогу на республиканском этапе. Конкурс провели сярод молодых журналистов в возрасте от 12 до 31 года. Все лето были вызначены 4 номинации. «Медиа 3-го тысячагоддзя» – это конкурс эссе, які адлюстровывает погляд автора на сучасные медиа и ролю молоді у жыцці грамадства. У номинации «Беларусь. Краіна твоих магчымасцяў» разглядаліся друкаваныя матэрыялы об перспектывах молоді у Беларусі. Аматары фотографаваць досылалі свае здымкі сямейнага адпачынку і турызму ў нашай краіне для номинации «Разам весела крочыць». І апошні накірунак быў вызначаны для тых, хто здымаў відэапраекты аб людзях, якія знайшлі сваё прызванне ў прафесіі. 117 работ у нас поступило на областной этап. Это больше, чем прошлый году. И если в прошлом году больше ребята отдавали предпочтение и писали просто какие-то зарисовки или публикации делали, то в этом году как-то ровненько по всем номинациям очень много предоставлено именно работ, вот видео именно о человеке профессии, что тоже очень радует, что ребята, молодые люди хотят гордиться своими людьми, которые находятся у них в регионах, и работы достаточно интересные. У вынику права удзелу у республиканском этапе атрымали юнаки и девчаты из Мазыра, Светлогорска, Калинковичев и Гомеля. Приемно отзначить, что у их лику и наш коллега Дмитрий Котов. И он стал уладальником гран-при за проект «Земля наша», який расповедает про ярких и талиновитых людей Гомельщины. Заключный концерт международного хорового варштата прошел у палацу Румянцевых и Паскевичев. Аматорами и знаўцам музыки пропоновали программу под назвой «Сучасная мастацкая песня».
Виконавці – голландський хор «Траєкті Вовчес» і мінський колектив «Спів Білорусі». Проєкт призваний популяризувати хорові співи. На протягу 7 днів у музичних коледжах Мінська і Гомеля проходили відкриті репетиції хорів. Своїми напрацовками і технологіями ділилися білоруські і голландські колективи. Винник культурного обміну – концерт у палаці. Першу частку програми виконали заміжні гості. Затим до їх долучилися білоруси. Разом артисти представили зводне гучання міжнародного колективу. Утрехт вообще это центр старинной музыки. Оттуда началось вот это мировое движение аутентичного исполнительства в академической музыке. Поэтому они носители вот этой старинной традиции, там архивы у них рядом и так далее. То есть мы учимся у них их старинной музыки 15-16 веку. И это была такая открытая репетиционная работа, где мастера, то есть мы уже достигли каких-то своих результатов в своей карьере, мы делились со всеми желающими этими наработками. Футбольный мяч, невеликая спортивная пляцовка и компания сябров. Что еще треба для доброго и корисного отпочинку? А коли для этого додать поборницкий дух, будет еще больше цікаво. Гэтым и керовались авторы инициативы «Рух дворовых гульнев», коли распочинали у Гомеля турнир по дворовым футболе. У вынику за перемогу на протягу 6 тыдняў змагалася 41 команда, а гэта больше, як 230 юнаков. Подробязности у наступным материале. Кожный гульнявый день яны починают с выконания национального гимна Беларуси. Увогуле ж регламент турниру по дворовым футболе предугледживал 6 туров. Матчи проходили по субботах на 7 спортивных пляцовках, размещенных у дворах жилых домов Гомеля, и починались одночасово. С удельниками организаторов проблем не было. Жадающих погонять у футбол у коробцы оказалось больше, чем плановали. Информация об турнире распаусюджвалась вельми хутка. И кончатковый список команд был складен за 2 тыдні. Плюс то, что это бесплатно, и каждый ребенок может ощутить себя реально футболистом. То есть то, что он играет, борется за какой-то приз. То есть это правильно. С детства играю в футбол, особенно во дворе. У нас был фок, мы за ними играли. И там такое же покрытие, я привык как бы. И без выходов. Сам я занимался, неплохо получалось. Потом забросил, а тут такой шанс. Турнір по футболі – частка ініціативи «Рух дворових гульнів». Її реалізує Совет батьків міста Гомеля при фінансовій підтримці Європейського Союзу у партнерстві з Міністерством охови здоров'я Білорусі. Так само долучилися Білоруська федерація футболу, відділ едукації адміністрації Чигуничного району Гомеля і Гомельська центральна городська дитяча клінічна поліклініка. Єсть у турніра і свій хештег «Виходь гулять во двор». Гомель – город футбольний, і аматорів погулять у двори оказалося шмат – більше як 230 чоловік. Команди зустрікалися поміж собой. За перемоги отримливали очки. Переможцей стала дружина с самым высоким рейтингом. Турнир дворовый, и правила у им дворовые. Атмосфера больше, чем демократичная. Турнир проходит очень позитивно, потому что ребята сами стараются играть честно. Если какие-то нарушения случаются, то они сами признаются, сами стараются подключиться к судейству, чтобы можно было наиболее честно и справедливо оценить игру. У спортивном запале дворовый турнир ничем не соступал профессийному. Были свой месяц Рональдо, хапала прыгожых фінтоў, прынцыповых адзінаборстваў і захапляючых дух галоў. Да, конечно, через себя забіл. Па выніках турніра былі вызначаны 9 лепшых каманд, якія 20 мая прымуць удзел у фестывалі дваровых гульняў на стадыёне Гомсельмаш. Акрамя футбола, там будуць прадстаўлены і іншыя дваровыя віды спорту. Выбівала, альтымат фрызбі, стрэтбол і воркаут. Нам важна паказаць, што, во-первых, весь спорт начынаецца са дваров, во-вторых, нам хочацца, чтобы те ребята, которые здесь вот рядом играют, да, когда старшие, да, играют в футбол, чтобы они это видели и сами захотели это делать. Лучшие команды по результату нашего дворового турнира будут играть на фестивале кубковый турнир, куда уже приглашены команды из области, приедут команды из России, поэтому будет такая крутая туса такая, да, зожевская. У планах организаторов сделать турнир по дворовым футболе традиционным. Максим Савин, Олеся Рудянкова, Василь Осипцов, телерадиокомпания «Гомель». Гэты, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры «Дэ-факты» і спартыўны агляд. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага. Да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Более 3000 литров похищенного дизельного топлива найдено у механизатора одного из предприятий Рогачевского района. Сотрудники местного РОВД получили информацию о фактах хищения на производственном участке Лучин сельхозпредприятия «Заболотье-2010». В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционеры вышли на механизатора и похищенное топливо, которое мужчина хранил во дворе
своего дома. Всего было найдено 22 канистры, 8 бочек и 7 металлических баков различной емкости с похищенным дистопливом. Общая стоимость обнаруженного составила 3,5 тысячи белорусских рублей. Со слов подозреваемого, топливо он похищал закрепленного за ним трактора МТЗ-82 с мая прошлого года. Хищения осуществлялись путем экономии и искусственного создания излишков. А в отношении механизатора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. А максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания Рогачевского РОВД. Похищенное дизельное топливо изъято. В Лоевском районе сотрудники ГАИ остановили местного жителя, у которого при досмотре изъяли психотропное вещество. 24-летний мужчина привлек внимание милиционеров своим странным поведением. И после проверки документов было решено доставить водителя в районную больницу. В ходе личного досмотра в здании районной больницы у мужчины обнаружили и изъяли вещество темного цвета массой более 2 грамм, которое, согласно заключению экспертизы, является опасным психотропным веществом растительного происхождения, не используемым в медицинских целях. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, ведется следствие. В настоящее время управлением Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 3 граждан, которые на протяжении года изготавливали в своих домах амфетамин. Обвиняемые также занимались распространением психотропов и употребляли их сами. Лица задержаны, лабораторное оборудование изъято вместе с изготовленным наркотиком. Соответственно, грозит также лишение свободы по части 4 статьи 328 на срок от 10 до 20 лет. Мозырские пограничники выявили 2 нелегалов, спрятанных в автомобиле под тюками с одеждой. Как оказалось, граждане Молдовы без документов пытались пересечь границу, чтобы впоследствии попасть домой. Возвращались они из Санкт-Петербурга, где работали на строительных объектах. Водитель знал о своих нелегальных попутчиках, но хотел на них заработать. В итоге в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Нелегалы задержаны до установления личности. В отношении них начат административный процесс по статьям «Незаконное пересечение границы» и «Нарушение правил пребывания в Республике Беларусь». Таков обзор происшествий и криминальных новостей к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. В мини-футбольном чемпионате Беларуси состоялись первые поединки полуфинальных противостояний. Элит Сельмаш и столица довели дело до послематчевых пенальти. Основное время завершилось в ничью 2-2. В овертайме зрители забитых голов не увидели. А вот в серии 6-метровых точнее были игроки команды из Лиды. В Гомеле, где встречались местная дружина ВРЗ и аршанский Витен, победителя выявили в основное время. К 7-й минуте на табло переполненного спорткомплекса «Локомотив» горели цифры 2-0 в пользу хозяев. Счет забитым мячам в этом матче открыл Лемешко. Спустя 3 минуты Чернейко у лицевой подкараулил отскок, уложил на паркет соперника и удвоил преимущество вагоностроителей. Спустя минуту Черниенко нашел пасом в штрафной ВРЗ Селивончика, который, не дав мячу коснуться площадки, поразил ворота Дегтяренко 2-1. На 14-й минуте два Евгения, Рогачев и Клочко, сделали счет 3-1. Первый прострелил, второй подставил ногу у дальней штанги. После перерыва энергетики пошли ва-банк, заменив вратаря на 5-го полевого с первых мгновений. Однако преодолеть линию хозяйской обороны у них не получалось. Позиционные атаки редко приводили к реальной опасности во владениях Дегтяренко. На 27-й минуте положение энергетиков ухудшилось. Голкипер Витена ошибся на выходе, Евгений Клочко головой оформил дубль. После пропущенного гола Витен продолжил давление на ворота ВРЗ, однако хозяева показали примерную игру в обороне и не дали сопернику ни шанса на обострение. Финальная сирена зафиксировала победу вагоностроителей 4-1. По всей игре вообще ничего не получилось из того, что мы задумывали и нарабатывали. Скорее всего, это сила, возможно, соперника нашего ВРЗ. Они сыграли лучше во всех аспектах сегодня. Это заслуженная победа. Если бывают, конечно, матчи, когда с обеих сторон есть моменты, что-то забивается, что-то не забивается. Сегодня наша команда не показала ровным счетом абсолютно ничего. Мы всегда пытаемся играть первым номером, поэтому
играем свой футбол, как обычно. То, что говорит нам тренер, пытаемся выполнить установку. Поэтому сегодня получилось это хорошо. Витен, получается, играл на одну игру больше, поэтому у нас было больше времени восстановиться, подготовиться. Поэтому молодцы ребята, каждый доработал в каждом моменте, поэтому всем спасибо за работу проделанную. В пятницу 18 мая в РЗ и Витен сыграют в Орше. В Минске сойдутся столицы Элитсельмаш. Полуфинальные серии, напомню, длятся до двух побед одной из команд. В чемпионате Беларуси по баскетболу среди женских команд также пора решающих поединков. Золото оспаривают две столичные дружины «Цмоки» и «Горизонт». «Драконы» ведут в серии до трех побед 2-0. Баскетбольный клуб «Гомель-Сош» в противостоянии за бронзу дважды проиграл Гродненской «Олимпии» 54-74 и 67-83. Третий матч серии состоится в Гомеле на паркете Дворца игровых видов спорта 19 мая. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».